Всем привет! С вами Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня я вам покажу свой конфиг. Это лично мой конфиг, ссылка на него будет в описании под видеороликом. В моем конфиге нет прицела, имеются длинные руки, бэхоп и всякие крутые классные бинды, которые помогут вам в победе. А сейчас я вам покажу данный конфиг. Так что поставь лайк, подпишись на канал и все, приятного просмотра! Думаю, тебе понравился мой конфиг, и ты его обязательно скачаешь. Закидывать файл надо в корневую папку игры, папку CSGO. Дальше найди папку KFG и перемести с заменой файл конфиг KFG. Все, надеюсь, тебе понравился мой конфиг. Ведь я так старался, делая его. Кстати, если захочешь вернуть свой старый KFG, просто скопируй его на рабочий стол, перед тем, как заменять. И еще кое-что. Если ты все-таки скачал этот файл и используешь, то обязательно оцени его в комментариях. От 1 до 10. И да, мой конфиг не является читом, а значит вас не забанят. А если хочешь использовать мой эксклюзивный прицел, то просто напиши Crosshair 1 в консоль. И у тебя появится мой прицел. Лично мой, который я сам сделал. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на мой канал Навасов. Пока.